С вами Шимики. Да, я решил продолжить проходить эту игру. Игра называется Восприятие. Я здесь, оно сохранилось именно здесь. Мне сейчас пришлось заново открывать дверь эту сраную, смотреть на ворона или то сова филин, не знаю. Ладно, нам походу нужно идти обратно домой. Ну. Давайте начнем сейчас побью здесь. Так, поразбиваю все. Поехали. Мобильный, хорошо. Новое текстовое сообщение. От сержанта. Скоро начнется, а я занялюсь. Так, безопасно. Look, I need answers. I just got here and this shit's messed up. I'm onto something. И что ж ты нашла? And I'm starting to think I'm having these nightmares for a reason. А уж из-за чего? Message sent. Сообщение отправлено. Она говорит, что не просто так снятся эти чертовы кошмары, поэтому мы сейчас пойдем смотреть, из-за чего. Блин, я не знаю, мне уже... Кто-то мне говорит, типа, смысл читать субтитры, если они уже есть, типа, ну... По факту то да, но... Почему бы и нет? Блин, я просто до вот этого момента дошел с телефоном, и я тогда... Вышел с игры, но ладно, не хочу дальше играть, потом когда-то пройду игру. А сейчас я, понимаете, прошел снова, да? Типа, ничего страшного нету. Типа, потому что я этого ожидал. Ну, я помню, с вами мы здесь видели херовинку, которая с земли вылазила. Какой факт того, что он может за мной побежать? Ахуй, я сам побегу. This place feels... Здесь как-то... Different. По-другому. Тебе не кажется, потому что здесь этого раньше не было. Перегородки этой тоже все равно не было. Доктор Брайан, у нас... Так. Так что мы встречали других людей, только не на местных рынках, а толстым и разговаривали с ними. Мы с Фелицией не то из людей, которые ходят по барам, так что можно сказать, что мы живем в удивительном. Сам я не против одиночества. На самом деле я расцветаю как... Ой, короче, пюска пизди. Фелиция захотела с кем-нибудь познакомиться. Нужно предложить ей чаще выходить в город. И сказать ей, что не упоминала наш адрес. По идее, враги же тоже должны... Враги же тоже должны оставлять после себя эти следы чертовы. Почему? Здесь камин. Камин, который не горит. Так, просто чашка какая-то. Юзабельная, походу. Что-то снова было в гараже. И так как у меня мочевой так не понадобилось, весь мой самок, чтобы не описаться. У меня нервы не к черту. Нужно выпить чаю. Ладно. Заперто. Ну, видите, здесь, так сказать, коридорное прохождение, то есть... Нам не дают права ходить куда... Просто ставь на столе. Спасибо.
как мне это бесит. Я сюда сам пройду. Воспроизвести. И каждая полная ерунда. У меня есть стопка журналов американских, и каждый выпуск приполнен напыщенной болтовнёй об опасности медицинской модели. Идентифицированном движении. Не вряд ли. Блять, это я? Ухуй. Супер. Ну вот и закончилось призывное поручение, можно... Да что ты бьешь? Типа скримаки, которые должны были меня напугать? В конце концов, это мы ломаем все. Меню. Сканировать. Преобразование текст в речь. Китайская кухня. Нэнси Чанг. Нэнси Чанг's Chinese cuisine. Я уже могу прятаться? Но от кого? Она так совершенна. Но ее почти не трудно смотреть. Мой взгляд не может сфокусироваться. Возможно, надо рассказать Ричарду. Я не хочу говорить Ричарду. Пока сюда рано, да? Nothing stops the insects. They are utterly ruthless in their lust to destroy. Turn them gorged to their heart's content. Так раз сундук там, сундук есть. Laws of nature are inexorable. Ну типа жутко, мотыльки. Какое отношение билет? Быть недалеко имеет ко всему, что может привести врагов. Спасибо за информацию, что шум может привести врагов. Посмотрим.
Доза первая. 50 миллиграмм импирамина и 100 миллиграмм морфина в честь болеутоляющего. Пациентка жалуется на слабость, но нет, оставляет лучшую дозировку на завтра. Типа я должен палкой больше не использовать, да? Доза 2. Иммирамин, так, и история пациента вернулась. Перехожу к комбинации. К комбинации на интерпестинту. Типа, да, враг где-то сверху. Или нет? Так, уже два места, где... Уже два места, где может быть враг. Ага. Но все равно, видите? Она топает. И создает из-за этого шумы. Взять кисть. Не знаю, откуда она берется. Но иногда я вижу это. Нечто. Не знаю, почему, но я должна это нарисовать. Хотя бы для того, чтобы я перестала видеть это в кровавых тонах. Хотя пускай по мне играет песня. Да ладно. Да ладно. Да ладно, блядь. Вы, блядь. А двери ли здесь? Короче, мне рекомендуют вообще ни хера не использовать. Okay, Dr. B. Ладно, доктор Б, что не настолько интересно, что использует как код. Придется здесь пошариться. Пускай он придет сюда.
А чё не сразу работать, спрятаться? Ну, я думал, вы увидели, да? Хотя, давайте вылезем. Ладно, убей меня. Убей меня. Короче, это... Где я? А где я? А, то есть оно сохраняется? Только мне теперь понять нужно, где оно шастает. И что это вообще такое? Ох, мне стало дурно. Пациентка, похоже, она не понимает, что ее окружает. Я думаю, это может быть к лучшему. После прошлого раза я собираюсь внимательно наблюдать за ее действиями и не принимая поспешных решений. И все же ей нужны лекарства, и она поставила свои таблетки на подносе. Она не понимает, что ей нужно для себя и для малыша. Я должен взять дело в свои руки. Ради них обоих. Дело в своих руках? Да уж, его не назовешь. Дело в том, что... Я ни хера не вижу, понимаете? А враг идет на звук наш. Единственная звезда, которую я мог опознать, это C2118. Моя любимая, конечно, но звезды здесь совсем неправильные. Хуже всего, что Фелиция согласна. 2118. Интересно, подойдет ли 2118? The only star I can really seem to hone in on is IC-2118. A fave, to be sure, but dot the stars are just right here. The worst part is that Felicia agrees. Нет. Что? Кровать. Thank you.
Типа оно очень быстро пропадает, Vision. За стенкой, с правой стороны. Я слышу, да, я слышу. Sleep with us, Danny. Спи с нами, папочки. Sleep with us. Спи с нами. Просто идем. Я могу, в принципе, просто отмечать, куда идти. Just a shot in the dark, если что-то звезда, о котором говорит добрый доктор, может быть паролем. Как там? 21-18. Есть. Изучи записку. Записку. Давайте записку изучим. Delphi, text to speech. Dear Richard Breyer, уважаемый Ричард Брайер, вы должны немедленно предупредить всех пациентов и прекратить введение терапии и выдачу препарата радости с сегодняшнего дня. Любая попытка продолжить практику будет считаться, за которой вас будут ждать искренне ваши, Роджер Брэндли, Американский институт психиатров. Блин, давайте нас здесь. Почему я больше не могу туда заходить? Я знаю, что у меня ключи не держатся в пальцах, и я стала медленнее, чем была раньше. Но ты не можешь держать меня пленницей в этом доме, в этом теле. Я больше не хочу пить таблетки. Не нравится мне, к чему все это. Походу, я могу... Могу. Сканирован. Преобразование текста в речь. One. Один. Какая-то женщина. Как-то связана с деревом. Два. Другие люди не похожи на связанную с женщиной. Домохозяйка из 40-х. Может ли это быть Бетти? Какой-то мужчина с усами. Три. Это песня. Четыре. Звуки. Пять. Чакры не совпадают. Was she having visions too? У нее тоже были видения. Everything's fine. Теперь все в порядке. I'm fine. Я в порядке. Sandy's fine. Сэнди в порядке. Won't you come back and sleep? Может, ты вернешься и будешь спать с нами, Ричард? Daddy. Папа. Ну это, если что, не призраки, а это она. Тун-тун-тун-тун. Такая музыка приятная. Так, нашел одну из картин на Фрэнси. Хотя я сам посчитал ее новым увлечением. Когда я увидел этот холст, мне стало дурно. Я усомнился в собственной своей рекомендации. Нет, ее техника меня смутила. Но выбор... Так, выбор темы. Второе апреля. Пациентка снова дыхает, и я дал ей успокоительное. В глубине души я спрашиваю себя, действительно ли страны не просто признаки возраста. Меня пугает это место, и моя собственная жена. Я провожу большую часть времени в больнице, говоря в Фелиции, что я работаю и присматриваю за ребенком. На самом деле я прячусь.
А, прикольно, мне туда надо. Ладно. Пойдем туда, куда нам предлагают идти. Она увидела ростки от цветков. Вау, аркадный зал. Незнакомая, сори. Messages, phone. Серьезно? Ха. Ну это Марио. Это то было Марио, это Пакман. Это что знакомо, но я не могу вспомнить, что это. Messages, messages. Michael, hey there, Cass. Unknown. Evan. Charles. Evan. Cassie. Evan. Michael. 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 Messages. Phone. Voicemail. Voicemail. Messages. Не пойму. Phone. Phone. Окей. Окей. А, я лучше вот эту музыку включу и пойду. Похоже на боевых жаб. Похоже, этот метод больше подходит пациентам, которые, как бы сказать, более разговорчивы по сравнению с другими. Фрэнк никогда не был самым болтливым из моих коллег, и сеансы по телефону с ним совсем не годятся. В ближайшее время я позвоню одному коллеге, чтобы найти или у него место для Фрэнка. Типа стрёмно. Типа у меня сердце зажало, типа. Ладно, ладно. Это из книжки, которую принцесса и лягушка. Мама говорила, всегда находила меня у цветущих прудов и болот, где я искал своего будущего мужа. Но дело было не в мальчиках. Я любила в природу и тех духов, которые нас не вызывают. Если камень или трава можно установить священную связь, почему у животных не может быть прекрасной души? Я бы слепала для тебя обладающая лягушка. Я собираюсь нарисовать свою собственную картину Катары, когда мы... Теперь мне кажется, что я на это вопрос не способна. Карты и символы на них как-то будто живут своей жизнью. Я не хочу ими пользоваться.
А, дерево. Это катара ты имеешь в виду? Спрятаться. А ну-ка, как это выглядит? Messages. Voicemail. I know it's not the same as being there, but I had Jules record the game, and I think the sound's... Messages. Messages. Michael. Hey there, Cass. I just got word you're heading to Massachusetts. That's quite the trip. Я не понял. Ладно. Вот эти, то есть все дома здесь, они... Ага. Ага. Ну, типа, знаете, проклятые вещи, которые вешаются на деревьях. Сначала пыльная, а теперь это. От чего может трусить Малахит? Он должен защищать меня и ребенка. Как может камень в серебряной оправке просто взять и расколоться? Как мне это бесит. А, так мне камень нужен. Я не знаю, как это разобрать мне чертов ключ и деться. Где он? Мне больше не нужны таблетки. Мне не нужно, чтобы ты следил за каждым моим шагом. Ты не на меня. Сначала, я уже много дней не принимаю. Майкл. Ох, черт. Да, вот это то, что ты нифига не видишь, это плохо. Ладно, давайте это посмотрим и, в принципе, на этом закончим, я думаю. Доза 3. Предпринял попытку блокировки обратных захвата, но это только фокусировало психопациентки. Психоз пациент. Попробую за счет этого мероприятия Марсенс и Традиозиона. У нее не типичное последование симптомов, и он как будто увеселился в определенных частях тела. Рассмотрим возможность гипноза. Понимаете, здесь палку придется по-любому использовать, потому что ты так вообще ни хера не видишь. Ладно, я такой, короче, ребят, чтобы спрятаться за вот этой, за этим диваном.
И на этом закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.